Студия «Монолит» представляет классика юмора. Ваши любимые исполнители. Ян Арлазоров. Сидит человек, казалось бы, умный, да? А что ты сразу голову закивал? Да. Я говорю, казалось бы, мало ли что мне сразу показалось. Вот все время друг другу завидуем. Вот сидит человек, казалось бы, умный. А он сидит, наверное, и завидует. Он завидует сильному. Он говорит, во, вот этот вот. Сильный он. Здоровый он. Че он такой здоровый? Здоровый тоже завидует. Он завидует везучему. Он говорит, о, вот этому повезло. Вот этот везучий, вот ему повезло. Вот он везучий. Везучий, правда, никому не завидует, ему уже повезло, все. Он говорит, откройте дверь в автобусе, мне уже повезло, все. Я уже фактически в автобусе, все. И он завидует тем, кто едет в Мерседесах. А этот в Мерседесе за 13 тысяч баксов, он из него выйти боится. Кстати, вот машина здесь новая стоит, это BMW. Че? Новая машина. Руку подними. Видишь, руку боятся поднять, ребят. Боятся руку. Новые машины – это кошмар. Новые машины – это вообще хуже, чем новая жена. Всю ночь не спишь. Смотри, скакаешь, проверяешь, стоит, не стоит. Машина! Кошмар. Ребята, поскольку я к вам приехал, могу все говорить. У меня когда новая машина была, я сразу ее поставил на сигнализацию. Сигнализация простая, элементарная. Берешь кувалду, новую машину, и долбаешь. В багажник, капот и крышу мятой, чтобы была. Битая машина никому не нужна. Потихонечку можно ездить, зато спокойно. Если ты умный, беги ставь сразу. Только аккуратно. Я первый раз, когда поставил свою сигнализацию, ко мне в 6 утра пришел милиционер с соседом. Это, оказывается, соседскую машину раздолбал, понимаешь? У него точно такая же, точно, по всему. Он на мое место поставил. Я пока кувалду искал, мы вообще увели, вот так. Смотри, ребята здесь добрые. Я говорю, мою увели. Не твою, поэтому. Хорошо как. У тебя, кстати, квартирная сигнализация? У тебя? Ставь. Обязательно. Мы сейчас в переходный период живем. От развитого социализма к недоразвитому капитализму, понимаешь? Процветающий... Все, у меня сигнализация на квартире есть, но своя. Элементарную. Никто не... Смотри. Вот мне звонок в дверь, например, да? У меня сразу срабатывает сигнализация. Звонок у меня сразу... Ау-ау-ау-ау-ау-ау! Коля, сиди, я сама без пулемета открою. Пятая, шестая рота, ружье! И любой вор пугается, если не глухой. Ну, глухому приходится объяснять. Ты знаешь, я поздно сообразил, когда у меня все вынесли. Ванну, батарею, 6 тараканов, я пронумеровал, всех увели, ребят. Ну, не знаю. А дача сейчас, ребята, вот ты сидишь грустный, вот смотри, с самого начала. У тебя дача есть? Ты не помнишь, как тебя звать. Ну, дача у тебя есть? Тоже не помнит. Ну, бывает такое. Тут у вас какие-то же клиники существуют. Пойди, сходи, парень. Не, правда, ну хоть что-то выяснишь. Дача, если у тебя есть, обязательно. Сейчас все грабят дача. Холодильники, телевизоры, все берут. Вот простой способ, как холодильник поставить на сигнал. Ну, у тебя холодильник есть на даче? Ты сигнал подай, потому что я от этого уже всего ожидаю. Есть холодильник? Ну, видишь. Все-таки посмотри на парня. Он говорит, есть. Там дверка есть в холодильнике, знаешь дверку? Кто задумал? Есть дверка там. Там два шурупа, один сверху, ну ты шурупишь, там второй снизу. Берешь эту дверку, отворачиваешь, дверку снимаешь и везешь в город, понял? Холодильник без дверки, кому он нужен? Понял? Про тебя я не говорю, ты сиди. Вот я сейчас летом приехал, у всех кто украли, а у меня холодильник стоит. Но там записка лежит. Если ты, гнида лысый, дверь не вернешь. Смотри, про гниду лысую ты сразу сообразил. А про холодильник ты долго думал. Ну и изменения в структуре жизни, я понимаю. Если ты, гнида лысый, дверь не вернешь, всю дачу спалим. И приписка. Мы, молодая гвардия. Я им привез, я им не дверку, я им тесте привез. Тесть у меня сторожевой.
40 лет в охранке проработал, волкодавом, что ты? Я его сразу привез, посадил на эту, как это? На цепь ты своего посадишь, на цепь. На диету я своего посадил, на диету, чтобы он злее был, злее! Через 3 дня приехал, он злой ходит, и прям руки ко мне тянет. Ты бы к своему бросился бы? Вот такой вопрос себе. Ты бы к своему бросился бы? Я перед тобой на колени стану. Ты бы к своему бросился бы? И это был бы последний в твоей жизни забег. Потому что мой всю дачу вокруг заминировал и кричит: «Не подходи, взорвёшься!» Он всю дачу заминировал. Я говорю: «Как пройти, батя?» Я его батя называю. А он говорит: «Не знаю». Я говорю: «Не знаю, я план минный пульс съел». Сожрал он, так есть хотел. Я пока туда-сюда за сапёром привёл. Всё, ни дачи, ни тести, всё, одна головешка в кустах торчит. Ну его, он жив остался. И он говорит: «Я же ему козлу русским языком говорил, не подходи, взорвёшься». Что же он козел русского языка и воевает? Что? Я говорю: «Кто взорвался? Кто? Сосед?» Он говорит: «Да нет, козел! Коза прошла, а козел взорвался». Так что, ребята, все ставь на сигнализацию. Я даже сам себе поставил. Вот попробуй, дотронься до меня. А! Видишь, как народ пугается? Все ставь на сигнализацию.